Забавно наблюдать за живыми существами, которые путешествуют к Богу. И жизнь за жизнью они убеждают себя в том, что в материальном мире можно найти счастье. А потом разочаровываются, задумываются, почему его нет. Вот, одни ищут чувственных удовольствий, вторые там всяких мистических сил, развивают в себе всякие мистические силы, а третьи вообще просто плывут по ветру. Да, и на что они смотрят? Духовное, как на новенькое что-то. Ну, в материальном привыкли, а там духовное смотрят, как на новенькое. Вот, все для них новенькое. Даже когда милость Кришна чуть ли не стучится к ним в дом, они этого не могут заметить, слепые, как крыса. Так ты... За кем сейчас наблюдаешь? Я вот за ним давно наблюдаю. Это же мой парень, крепкий орешек. Крепкий орешек, да? Давай посмотрим. Где-то в материальном мире Земля. 77 градусов восточной долготы и 43 градуса северной широты. Алматы. 7 марта 2010 года. Английский в совершенстве за 3 дня. Сказка или реальность? Зарегистрируйся на нашем сайте www.easyenglish.com и мы воплотим твою сказку в реальность. Утомительные диеты и упражнения забирают все силы? Попробуй инновационный метод Perfect Body! Я попробовала, худею и наслаждаюсь жизнью! Зарабатывайте, играя! В сети интернет перейдите по ссылке и заработайте реальные деньги! Снятие порчи из глаза, устранение соперника, поднятие чакры! Результат гарантирован. Звони! Счастье близко! Ничего себе, ничего. Сейчас мы его возьмем. Да кого там учиться? Да? Хари Кришна! Что? Повторяйте, Хари Кришна! Будете счастливы! Это что такое? Что? Бесплатно? Конечно, совершенно бесплатно. Что, не нужно никакой регистрации, заполнения, подписания, чего-то, нет? Нет. Странно. Это что-то новенькое? Что-то новенькое. По моим счетам это происходит 107 раз. 108 это раз. Нет, 107, я помню. Я тебе говорю 108 про бабушку, помнишь? А, бабушка с Гладжамуни, точно, забылся все. Значит, 108 раз. А помнишь этот его, как мы его вообще, человека-то, из собаки-то переделали, а? О, это был один из самых смешных случаев. Давай посмотрим, что там у нас сегодня такую штуку вкусную принесла. Сад называется? Божественный. Ой, да ладно тебе, ладно, на. О, это что-то новенькое? Да, это было что-то. Я помню даже, как ты переживал, чтобы он получил человеческое тело. А помнишь, когда
это, 79-й, 79-й вот. Я до сих пор переживаю. А, 79-й, Харна Девчина была. Вот она мне тут прям... Это 98-е перевоплощение, да? Как маршрут на Баблэка. Нашего генерала. Ух ты! Челнышка с Шрэком Да, красивую музыку слушала та девушка. Я верю в него, я верю, вот что хоть это и последнее, но он сможет.
Не знаю, мне кажется, на него не стоит надеяться. Чего ты сказал? Столько было перевоплощений, так все попусту. А почему ты всегда играешь белыми? Ну, потому что я черный. Подожди. Так я все-таки в него верю, знаешь? Я верю, вот, что вот в этот раз он сможет. Ну давай спорить. Спорить? Так это я люблю. Ты что, я же вижу, что я люблю спорить. На крылья. На крылья? Ого, ну давай, на мои крылья. Отлично. Давай, вот ты увидишь. Готовь крылья. Прошло 5 лет. Это мой парень. Ну хорошо. А кто спорит? Али Кришна! Прабу, поможете мне потом просад разрушить, пожалуйста? Конечно. Ну конечно, он поможет, это же мой парень. Ну конечно, он поможет. Он красавчик. Что за мерзкий звук, а? Что за мерзкий звук? А что-то мне плохо стало. Что-то мне плохо стало. На душе неспокойно, знаешь. Да какая-то. А вот? Контракт? Да, боже, я забыл контракт. С немцами подписали договор, да? Встреча завтра, да, встреча, контракт. Контракт должен быть наш контракт должен быть. Все. Презентацию подготовили? Все, хорошо. Что? Деньги? Нужны? Да, нужны. Сейчас? Прямо сейчас? Нужно ехать? Да? Нет, сейчас он не будет. Я не могу сейчас. Хорошо. Ничего хорошо. Плохо? Хорошо. Я буду плохо. Очень плохо. Ты видишь, что он делает, а? Ты видишь, что он делает, а? Вижу. Он же в колесо опять себя кидает, а? Он же хочет вот опять крутиться, понимаешь? Вот так. Он-то и наслаждаться толком не умеет, понимаешь, материальным миром. А? Ну сделай, что ты сделал? Да что я сделаю? Стой! Стой! Что я сделал? Я обычно так хотел. Знаешь что? Забирай. Да ладно, ставь крылья себе, что я как стрекоза буду с чем-то отгрылывать. Оставь себе, все нормально. Что поделать? Вот так такое. Получается у меня. Верно, вы не теряйте меня. Я сейчас улажу свои материальные дела. Семью обеспечиваю. Бизнес сделаю. Ну, я же вложился по своему праву. Я займу фундамент. Пожалуйста, не теряйте меня. Я вернусь, я обещаю, вернусь. Мне всего 32 года. У меня все еще впереди. Я вернусь, я погружусь в скорбное служение. Ну хорошо. Я обещаю, я вернусь. Не могу на это смотреть. Да ладно, что ты расстроился? Ой, да подожди, куда ты убежал? Я говорю, Диму, оставь. Нет. Прошло еще 5 лет.
Поздравляю! Контракт наш! Все. Красавчик! Вечер в обоим! Дорогой, наконец-то я нашла! Где ты был? Где ты заискалась? Я тут такие классные шторы выбрала для второго этажа. Ты видела, они такие розовенькие! Полосочку, вот, а еще знаешь, я села на новую диету совершенно без мяса. Можешь написать? Совершенно без мяса. И еще знаешь, я новую машинку выбрала. Вот как раз вот мой новый гардероб обновлен. Еще Тимурочка надо на Халибере записать обязательно. Ой, у меня плава нет, время, я побежала. Пока я тебе обязательно позвоню, пока. Тимурочка, дорогой, иди к папочке, беги к папочке. Как он, дай. Боже мой. Духовный учитель, глубоко дышать!